Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Такие люди всегда имеют свое мнение и имеют его отстаивать. Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать конструктивно и творчески. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Люди с этим именем быстро просчитают возможную выгоду, и если она им покажется существенной, они готовы идти на риск. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Если обладатели этого имени найдут способ извлекать стимул для собственного развития, то они смогут достичь высокого уровня и даже совершенства. Тогда они получат шанс стать настоящими хозяевами своей судьбы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.